мадамс. И это примерно все, что я могу сказать вам по-французски. Добрый вечер. Рад вас видеть на вечере французской поэзии. У нас она будет на русском и на французском языке, иногда даже на украинском. Сегодня такая штука, мы наконец-то добрались до французской поэзии, уже полгода мы о ней разговариваем и читаем. Сегодня мы услышим как знаменитых метров, Аполлинер, Бодлер и других метров, так и более модерновых, более современных авторов, таких как Серж Лама и других модерновых авторов. В общем, меня зовут Алекс, я организатор, кто не знает еще, я организатор общества мертвых поэтов. Мы стараемся, чтобы все авторы, которых мы читаем, умерли, что каким-то образом показывает знак качества. В общем, как мы сегодня это будем делать? У нас здесь есть такая сегодня поэтическая лотерея. На этой замечательной скатерке находятся авторы, их произведения и чтецы. Вернее, их названия. Один чтец выходит сюда, достает бумажку и читает. Ну вот это я начну. Счастливчик выходит и делает свое представление. В конце представления мы обязательно об этом поговорим. Потому что некоторые вещи у нас будут на французском. Расскажите же, о чем это все было. Вот, некоторые вещи будут на украинском. Тоже расскажите нам, что же вы имели в виду. Ну, в общем, как бы хочется об этом и поговорить тоже. Да, потому что поэзия — это такая вещь, которая требует обсуждения. И в конце вы достаете новую бумажку, и новая жертва приходит сюда. Как вы, если вы захотите использовать вот эти все штуки, господа чтецы, с радостью используйте, у нас здесь много всякого реквизита, захотите обыграть его во время своего выступления, импровизируйте, у нас всего полно. Единственное, что вот этот стул не используйте. Они реквизитные, они ломаются очень быстро. Все остальное, да. Засим, приятного вечера.